Привет, друзья! Привет, те пчеловоды, которые меня иногда посматривают. Хочу показать вам определенный прикол. 21 ноября, где-то 10 с чем-то утра, температура 11 градусов по Цельсию. Два дня назад были заморозки на траве, пчелы вообще не летали, а сейчас происходит интересная вещь. 11 градусов. Вот пчелки носят пыльцу. Есть пыльцу. Активность обалденная. Я их подкармливал сахарным сиропом, но это ничего не значит. Вот они активно работают. Просто прикол. Очень интересно. Сейчас сделаю кратенький быстрый обзор. Другой улей. Гул стоит приличный. От холодов был подмор внизу. Тоже есть мертвые пчелки, потому что ночью холодно. И вот есть пчелы, которые приносят просто гору обножки. Вон одна залазит сейчас, желтенькая. Сейчас сделаю обзор быстренький следующих ульев. Это самый сильный улей. Здесь хорошее движение. Что цветет и где цветет, я не знаю, но есть цветут какие-то экзотические растения, экзотические деревья. Пчелы очень активные на удивление. Это третий улей. Почти в каждом улье идет активность движения. Еще один улей смотрим. Вот пчела принесла обножку. Я уже думал, что они спать улягутся, они будут шевелиться. Вот опять. Интересно будет, какой будет эта зима. Вот пчелы что-то усиленно обсуждают, сбиваются, обнимаются в клубочек. Кто-то носит меньше, кто-то больше, но это не похоже на зимние облеты. Будет еще холодно, но в данный момент они летают и что-то тягают. Капец, тоже активность. Сильным ветром паркетину сдуло. Или сдуло, не знаю, что произошло, но она не на месте. Или какое-то животное продвинулось. Но вот пчелы летают активно. И вот, пожалуй, сегодня на 21 ноября такой обзор заканчиваю. В природе постоянные изменения. Кто-то их видит, кто-то их не замечает. Но это уже как кому. Все, с вами был Конпере, канал. Вот такой. Бай.